хит Клары Найтингейл «Большой взрыв». Ух ты, эта девочка потрясающая. О, да, она просто невообразимо яркая. Клара, через несколько месяцев ты станешь мировой сенсацией. Твой стиль пения просто уникален. Мне кажется, ты даже во сне танцуешь. Ты делаешь паузы? Нет, никогда. Песни и танцы — это моя жизнь. И я рада, что могу поделиться своим творчеством с замечательными парижанами. Видишь, Тики, вот настоящий артист. Ты приехала в Париж, чтобы снять новый клип на песню, которая называется «Талисманы». Я восхищаюсь подвигами Леди Баг и Суперкота. И хочу отдать им должное, ведь они вдохновляют меня изо дня в день. Она напишет песню обо мне! Точнее, о Леди Баг! О, это так здорово, что я... Кастинг будет проводиться в отеле Гранд Пале, верно? Слышал, что на роль Суперкота актер найден. Кто же этот счастливчик? Не скажу ни слова, но скоро его увидят все. А пока нам надо найти Леди Баг и массовку. Так что приходите сегодня на кастинг. Маринет, ты слышала? Мы с девчонками скоро идем на кастинг, и ты пойдешь с нами. Так что не вздумай исчезать, как обычно, хорошо? И упустить шанс познакомиться с Кларой Найтингейл? Да ни за что! Встретимся там! Пока! Ты же не станешь пробоваться на роль Леди Баг? Нет, конечно. Просто развлечемся, побудем в качестве массовки. Я бы никогда не сделала то, что может меня разоблачить. Ну хорошо, Маринет. Я горжусь тобой. Это станет замечательной рекламой к открытию наших магазинов в Корее и Китае. У тебя нет выбора. Но, отец... Я делал костюмы для Клары с самого начала ее карьеры, и ей понравилось мое предложение взять тебя. Она видела тебя только в рекламах, но ей твой образ подходит. Надеюсь, ты нас не подведешь. Я постараюсь, отец. Массовка налево, а на кастинг на роль Леди Баг направо. Какая приятная ткань. А шито как. О, качество потрясающее. Я ни за что в этом не выйду. Да, этот колокольчик всегда казался мне неуместным. С другой стороны, тебе ведь хотелось иметь костюм. Ну, согласись. Нет, Плак, ведь все же поймут, что я и есть суперкот. Ни за что. Люди слепы. Ты готов, Эдриан? Одну секундочку, я сейчас. Если меня увидят в маске, не сомневайся, меня разоблачат. Я не могу ее надеть. Так, я постараюсь вести себя как можно глупее, и у них не останется выбора, кроме как заменить меня. Всем, кто пришел, спасибо! Моя мечта сбывается! Вместе мы будем петь и танцевать! Уверена, что получится потрясающе! Девочки нас снимут в клипе Клары Найтингейл! Это же невероятно! Поверить не могу, что это на самом деле! А теперь наша восходящая звезда Эдриан в роли суперкота! Эдриан! Эдриан! Он классный! Костюм сидит на тебе, как влитой, сынок. А где же маска? Я нигде не смог ее найти. Сейчас принесу. Не волнуйся, и так пойдет. На репетициях маска не нужна. Начнем. О! Ты замечала, что Эдриан похож на суперкота? Ой, какая разница? Он все равно в тысячу раз лучше суперкота. Вы, наверное, проголодались? Сколько времени прошло? О, смотри, она идет прямо к нам. Ой!